И я жду ответ на один вопрос, а слышу ответ на вообще на другой вопрос. Он найти себя не может. Он не совсем. Я вот тебе рекомендую. Видите, она пишет нет, а я даже не помню, на какой ответ она отвечает нет. То есть не спортивный, да, наверное? Я не понимаю. Пишите открытый ответ, чтобы я понял, о чем вы говорите. Чуть-чуть тогда подождем, потому что, видать, идет задержка видео. Я сейчас объясню, потому что то, что я порекомендовал, он как будто туда не пойдет. Он не будет заниматься организацией праздника. А это, ну, плохо. Это плохо для него, потому что он не раскроется. Вижу по этим картам, он не раскроется. Не знаю, как вы ему можете это порекомендовать, но именно вот где организация праздников, он там очень хорошо может зарабатывать. Знаете, в дальнейшем потом, допустим, работать со звездами и все такое, шоу-бизнесом. И там очень хорошие деньги. Но, судя то, что карты говорят, что он на это не пойдет. Хотя это его. Вот многие люди, они маются, потом даже в конце жизни маются, потому что они не раскрылись. Они не поняли эту жизнь, для чего они сюда пришли. И маются. А вот люди, которые четко осознали, сделали, делают в этой жизни то, к чему они способны и зачем они пришли в этот мир, все становится ясно. Нет, не спортивный. Да, я знаю, почему по канату он ходит, про что я говорю, что он не спортивный, но он может заниматься организацией увеселительных программ, в том числе и спортивных. Да, спортивные и усилительные, там тоже есть развлекательное в начале. Вот я вам рекомендую. По поводу телефонов я уже сказал. Его как минимум подставят. Ну, нет, подставы там не будет. Просто он сам поймет, оттуда уйдет. Он сам поймет, что это все фигня. Будущее покажите мне его. Так, ждем донаты. Следующий, кто пришлет донат, будем смотреть вас. Он не раскрывается в свои желания. Он не раскрывает свои желания. И это его подставят. То есть он сейчас вот. На дне колоды осталась карта звезды, то есть карта желаний его судьбы, она не раскрывается. Вот ему бы намекнуть как бы про то, что я сказал. Он бы, не знаю, куча компаний, устроиться туда или с кем-то познакомиться, и там дальше у него пойдет. И там именно очень хорошие деньги есть. А впаривать какие-то телефончики, ну, я не знаю. Я, допустим, эти телефоны не впариваю, их смотрю в интернете и покупаю даже на Озоне, мне привозят домой технику. Я даже и не хожу. Ребятки, все не спортивный, ленивый. Ленивый, вот в том-то и дело. А я вижу, что он ленивый, он даже свою судьбу не раскроет. Он не раскроется, потому что он ленивый. Поэтому я спросил, может, я думаю, может, не так вижу, но он не спортивный. И вот когда он, если станет организовывать праздники, вот, его судьба толкнет там, где есть спортзал, цирк, спортзал, все, что акробатика, да. То есть цирк, да, там тоже продажа праздничных мероприятий, всяких игрушек, шарики в том числе, свадебные мероприятия. Вот его туда. Ну, пока у меня все. Эфир буду сейчас заканчивать, донаты больше нет. Все, всем пока. Надо мне свои дела делать тоже.